Завтра в школах пройдут последние звонки. Торжественная линейка, вальс, классный час, фотосессии – все по классике. Для школьников в городах подготовили программы. Автопробег, дискотеки и не только. Тирасполь, лицей, во дворе репетиция. Завтра последний звонок. Школьная форма, банты, цветы, вальс выпускников, традиция, готовят народные танцы. Еще флешмоб в черных очках и пиджаках под знаменитые хиты 2000-х будет ретро-выход. Мы встречались по несколько раз в неделю и репетировали по полчаса, по часу. И вальс мы выучили примерно за 2 недели. Остальное время пытались отработать флешмоб, потому что мальчики, большинство, никогда не танцевали, и очень сложно было. Одни хотели танцевать только вальс, другие хотели танцевать только флешмоб. Торжественные линейки по всей республике. К празднику все готово. В каждой школе будут интересные постановки, режиссура. Каждый класс покажет свой потенциал. Ну и, конечно же, выпускники покажут свой последний школьный вальс. Это всегда очень трогательно и красиво, и запоминается надолго. Все мы были выпускниками, учениками, и каждый вспомнит свое время. Отметить последний звонок можно в кругу друзей и одноклассников, а в пятницу 26 мая ждет парк Екатерины. В 18:00 рок-фестиваль, а в 20:20 у поющего фонтана фестиваль электронной музыки. Зажигательными композициями в стиле техно порадует диджей Сергеев. Вместе ярче фестиваль для школьников в Рыбнице. После линейки все к фонтану с лилиями. Будет концерт, игры, мастер-классы. Он будет включать в себя выставки декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, игровую программу, концертную программу. Каждая организация образования, я сейчас имею в виду школы, не детские сады, готовит презентационные выставки и готовит также небольшие анимационные программы для всех ребят. А это Бендеры. Здесь пройдет автопробег. Старт в 11 утра. Место – центральная площадь. 20 машин по одному от каждого выпускного класса. Маршрут через весь город. Финиш – набережная. Там пройдет акция «Днестр. Река надежды». 11-классники привезут нам свои маленькие кораблики с пожеланиями, которые передадут в большой корабль. И этот корабль будет торжественно вручен сборной команде по гребле от УНО. Нам предоставлена такая почетная миссия – выпустить желания наших выпускников по реке желаний, отправить их в будущее. Завершится праздник в парке Александра Невского. Для всех дискотека. Начало в 19:00. Вход свободный. Добраться домой – не проблема. Транспорт будет ходить до полуночи.